Эти юные хоккеисты впервые на льду Фетисов-арена. Для ребят из Артема и Большого Камня тренеры спортивной школы «Адмирал» провели совместные тренировки и мастер-классы. Для детей это настоящая возможность быть замеченным и вырасти до профессионального хоккеиста, а также попасть в юниорскую команду «Адмирал Ю-18» или «Тайфун». Обмен опытом, получение новых знаний, показать, как занимаются дети в системе «Адмирала», чтобы ребята стремились сюда попасть, чтобы у них был живой стимул перед глазами, что они нацеливались именно на попадание именно в систему «Адмирала» в старшие года и по возрастам. Для ребят из Большого Камня тренироваться в данный период времени года – большая редкость. Как отмечает тренер команды «Гранит», в Большом Камне – серьезная нехватка льда. Невозможно воспитать хоккеиста, занимаясь только на земле. На данный момент очень-очень-очень большая нехватка в Большом Камне льда. Поэтому, может быть, это является основной причиной того, что Большой Камень не готов дать детей, которые будут соответствовать уровню команды МХЛ, и так далее. К слову, повышают свои навыки и опыт не только хоккеисты, но и их тренеры. Тренер – это такая профессия, постоянно приходится учиться. Тренера должны смотреть работу и свою, и других тренеров. Что-то наши тренера подчеркнут себе новое, что-то они увидят в нашей работе. Познакомим их со своими методиками. В будущем спортивная школа «Адмирал» планирует проводить тренировки с юными хоккеистами из других городов Приморья. Ведь главная задача – повышение уровня детского хоккея в крае и, конечно же, воспитание будущих звезд приморского хоккея. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов. Новости спорта на 8.